Хорошо начали матч. Сегодня были моменты забить, опять же, как и в матче с автомобилистом, но реализация хромает, это видно. Потом как-то такое ощущение, как будто отдали игру сопернику чуть-чуть. В большинстве пропустили, опять же. Но в третий период вышли, забили гол, вырвали победу. Вот этот пропущенный шайб в большинстве как-то надломило. Это вообще сыграло роль или нет? Ну, я могу сказать за себя, не за команду. Не могли забить сами. Забили, такой Харти забил первый гол и тут же пропустили, считай, в ответку. Нельзя сказать, что надломило, но в голове сидела эта шайба. То есть, надо было забивать еще сразу же. Мы так, в принципе, сделали. Что изменить при игре в большинстве, пока не получается разыграть лишнего никак? Я не знаю тут, честно, мы на тренировках получается все хорошо, и на игру выходим, как будто бы что-то другое делаем, отходим от плана и мало бросаем. Мое мнение, что очень мало бросаем в большинстве, а больше катаем ее по минуте, по полторы, просто с передачами. Я думаю, что это начало сезона, и будем с играми набирать это большинство.